Ребят, всем привет! Не знаю, увижу ли я сейчас кого-то в прямом эфире. Для меня это будет, конечно, чудо, если кто-то сейчас в Новый год сидит в Инстаграме. Но все-таки решила рискнуть. Мы едем по... О, кто-то все-таки есть. Мы едем по Иркутску. Только что праздновали Новый год у друзей. Сейчас возвращаемся домой. Хотела поздравить всех. У нас как-то не получилось снять специально, прям отдельно, поздравительное видео. Но во всех роликах, во всех, где-то мы, где только можем, поздравляем всех с наступившим Новым годом. Поздравляем всех с наступающими. Желаем хорошо отпраздновать Рождество. Вот, классно. С Новым годом, спасибо, ребят. Верим, что каждый из вас отпраздновал Новый год хорошо. Если не получилось сегодня, отпразднуйте его обязательно завтра с близкими, друзьями, родными, любимыми. Круто. У нас ночь, у нас... Боречка, сколько у нас время-то? Сколько? У нас час ночи. Так это же еще кто-то в Москве не празднует. Ребята, привет из будущего, из прошлого, из будущего. Мы из будущего, с наступающим вас. Оказывается, не все еще праздновали. А у кого-то и 6 часов в Украине с нами, 6 часов разница. Так это мы уже в 2022, а вы в 2021. Вот это круто! Владивосток уже отпраздновал давно. А Владивосток вообще-то давно отпраздновал. Так, сейчас попробую на себя переключить. Я не знаю, где здесь на себя-то, не вижу. Мне на себя можно переключить, чтобы маякнуть хоть вам. Вот, сейчас, секундочку. Привет-привет. Ну, у нас тут качество плохое в плане. Боречка, ты хочешь включить свет? Да. Ой, Максим спит, вы сейчас. Ничего, Максим может проснуться. Не проснется, нет? Не проснется. У нас Максимка спит, ребята там сзади, кто спит, а кто это, кто машет. Ой, выключает, о, вот так, нормально. Так что, ребята, вообще круто, мы из будущего передаем привет в прошлое. А кому-то в настоящее, кому-то с нами на одной полосе. Боречка, выключай, я на дорогу переключусь. У нас просто Иркутск такой красивый. Ночной. Хочу вам немножко поснимать и вот поговорить с вами, пока мы выезжаем. Едем домой. О, да у нас еще 20 часов, да, и у вас еще все впереди. Мы только были у друзей. Столько салютов насмотрелись. Просто шок. Я еще никогда в жизни одновременно столько салютов не видела. Очень классное у них место. Вместе они живут. И очень много салютов было. Вообще. Час дня, ночи у нас сейчас. Как там в 2022-м? Прикольно. Воздух другой немножко, уже 2022-й. И это, холоднее, чем в 2021-м, ребята. Так что готовьтесь, одевайтесь потеплее. У кого-то 7 часов, у кого-то 10, у кого-то 8. Вообще крутяк, у кого-то час 04, как и у нас. В Киеве уже 2000... Как это в Киеве 2022-м? В Киеве 2021-й, 6 часов разница. Вы что, ребят? А, президент кто в 2022-м? Точно, президент же мог смениться. А, вот это мы оставим, кстати, вам, это, как это сказать, как загадку. Отгадайте, называется. Не, Максим не испугался, он спит. У нас только 21. Прикольно вообще. Наташа спит, Боря спит. А, смотри, теперь в холодильнике вся еда прошлогодняя. Точно, нужно все срочно приехать выбросить. Вот это точно. Слушай, испортилось. Там же год, срок годности. Прикольно. С Иркутска. Ой, а кто-то сам с Иркутска-то пишет. Вот видите, мы по Иркутску едем. Дороги пустые практически. Мы по Иркутску особенно ехали. Вообще дороги пустые. Через центр едем, никого да, нет. Да, через центр. В центре практически никого нет. А вот здесь немножко как-то машины едут. Но будем надеяться, что все адекватные водители сели за руль, а все, кто выпили, остались дома. И что на дорогах не будет аварии, все будет хорошо, потому что дороги у нас во льду. Такие скользкие, опасненькие, поэтому надеемся, что водители учитывали это и, короче, вот так вот. У нас видео выходит каждый день, стараемся, по крайней мере, а сегодняшнее видео выйдет завтра одно и послезавтра. У нас два видео. Сегодня мы сняли два видео, поэтому завтра, послезавтра, ну, постараемся выпустить сразу, чтобы без задержки. Привет из Крыма, в Канаде 12 утра. Вам еще столько до Нового года, вы что? В Австрии 18. Классно, когда вот такой, видите, разрыв. Кто-то из прошлого, кто-то из будущего, кто-то из настоящего. Но по крайней мере, вот вы знаете, мы все, интересно так, находимся в одной временной точке. Да, казалось бы, мы все вся тут. Вся планета летит в одну сторону. А вот время у всех разное, и года разные, представляете? Круто.
тот, кто напишет, на дороге много пьяных, очень много, мы уже пострадали от них. Но надеемся, что все-таки мы это... Мы уже почти выехали. Чего так рано едете домой? Ребят, мы с друзьями, у нас друзья такие классные попались, которые не любят целую ночь сидеть. И мы не любим целую ночь сидеть. Мы друг друга круто нашли. Мы просто запустили салюты, до 12 посидели. Мы у них были в 4 дня. Вместе провели очень много времени, пообщались, покушали, приготовили кушать, как бы салюты позапускали, поиграли в игры, в общем, все в видео покажем. Ну так, постарались чуть-чуть поснимать, понятно, что все не снимали, но все равно такую атмосферу передали. И все, и у них детки, у нас детки, зачем долго сидеть? Мы не любим долго ночью сидеть, поэтому в 12:30 мы от них выехали. И все. Но и они пораньше лягут спать. И у нас еще завтра Анюта, сегодня в ночь, по времени завтра, 2 числа, ребята уезжают в Новосибирск, Аня и Паша. И Боря будет в ночь их везти, поэтому нужно выспаться, чтобы они сегодня выспались. Завтра мы будем дома открывать подарки всей семьей, как все проснутся. И Боря их отвезет на поезд, тоже ночью вернется. Так что поэтому напряженные такие деньки. Ну, хочется пораньше лечь спать. Пока еще домой доедем 1.5 часа. Так что смотрите, как у нас красиво вообще. Вон салют вверху. Да, ой, смотрите, салют там пускают. Он здесь не видно, далеко. Там, где эти. Ну, короче, вот так. Поэтому так рано выезжаем. И мы и дома долго не сидим. В час мы уже спать ложимся обычно. Что круто. Ой, сколько сердечек. Спасибо вам за сердечки. Так, посмотрю сейчас, кто вопрос какой задал еще. Как полы, друзья, отремонтировали? Нет. Они решили после Нового года вскрывать все полы. Частично там что-то вскрыли. А это, решили после Нового года заняться. Завтрашнего дня сказали. А, видно салюты, да? Да, вон. А, вон пускают салюты. А вот там, видите, светится. Это у нас чубовые эти трассы. Хотели, чубинг, да, хотим туда пойти. Вот там, где разноцветным у нас светится, рядом с салютами. Но что-то мы там никогда людей не видим. Что-то мне стрёмненько идти на чубовые трассы, хотя мы звонили, они рабочие, где никогда людей не видно. Ну, возникает вопрос, а чего там людей так нету? Не будем ли мы там одни единственные, не опасны ли они, потому что они на горе находятся. Так что, как вопрос с жильём обстоит у нас? Решаем вопрос. Весной будем ипотеку брать. Будем все по мере происходящего оповещать. Солнечный, там круто, да. Привет из Киева. Куда едете? Домой едем. Немножко вот вам Иркутск. Вот там кто-то говорит, что Иркутск мы с ним не снимаем. Мало. Но вот смотрите, сколько еду уже, да? Снимаю вам Иркутск. 7 минут. Вот эфир 8. И вот 8 минут. Вот такой у нас ночной город. Да, всем привет из 2021. Всем привет из 2022. Круто получилось. А я что-то думала, вот, поздравлю уже после. Как-то не было возможности, с друзьями праздновали выйти в эфир пораньше. Мы выезжаем из города, сейчас темно будет. Да. Чем занимаются дети в дороге? Спят? Ну, сейчас уже поздно, они спят. Обычно, когда мы с города возвращаемся, кстати, это наше КПП или как это называется. КПП. Здесь нас не раз тормозили с проверкой. Здесь многих тормозят. Ну все, выезжаем за город, и интернет пропадет. И это, интернет темно сейчас будет. Ну чуть-чуть, да. Но они обычно в дороге спят, потому что мы из города поздно выезжаем, зачастую. Очень редко мы когда рано из Иркутска выезжаем домой. И они в дороге спят. Вот. Отдыхают. Из Беларуси привет. Вообще круто. Спасибо всем за приветы. Ну, короче, я рада, что успела поздравить еще тех, у кого не наступил. Но я надеюсь, не поздно поздравляю из тех, кто еще, кто уже праздновал, кто празднует. Рада, что кто-то смог присоединиться к нам. Думала вообще... никого не будет. Все, выезжаем из города, ребят. Спасибо всем, кто пожелал хорошей дороги. Увидимся на канале. Вот. Ну все тогда. Пока-пока. Буду закругляться. Буду останавливать эфир.